Всем привет, ребята, вы на YouTube-канале Ван Дамма, и сегодня у нас на внимании последний самурай. Жесткий игрок с винрейтом 80, с фуловой прокачкой, с хорошими героями. Покажу сразу два боя, один бой, где я ему проиграл, а второй бой, где я его победил. Давайте с проигрыша начнем. Вообще есть еще третий бой, тоже очень хороший, динамичный, к сожалению. Запись пропала. Не могу показать. Давайте со слива. Ну, на самом деле, как я могу вам рассказать. То он меня рашит, то я его рашу. И такие вот у нас бои. Он что-то там говорит, хочет за потные бои. В этом бою я хотел сыграть по-другому. Его хам, там какие-то левиафаны. Но так получилось, что... Я немножко его недооценил, потому что он обычно всегда идет в развитие. А в этот раз он меня, ну так сказать, не жданул. Я пошел типа в развитие, а он меня дельтами рашнул. Ну, конечно, было куча ошибок с моей стороны. Даже та элементарная торпедная платформа, я ее не подстроил, потому что так сказать, не ждал на этой карте дельт. И вот пошел уже сбор ресурсов по морю. Собираю, в принципе, нормально, неплохо. Спорный ящик появился на суше. Так как мало ресурсов взял по суше, у меня развитие заторможено немножко. Не хватает ресурса на все. Противник делает фуловую пехоту. В принципе, ему и пехоты хватило бы, чтобы отбить спорный ящик. Вот появляется осада. Но, к сожалению, у противника есть дельты. И очень много дельт. И так же самое есть Цербер. Ладно, с дельтами я бы как-то еще поборолся. Но когда вот появляется Цербер 8 или 9 класса, то, ребят, тут только отступать. И я не знаю. Ну, я отступил, да. А что я сделаю? База пустая. Делаю какую-то беспонтовую пехоту. Конечно, идет выход в... Ну, улучшаю верство аллигатора. Алик бы мне неплохо помог. Но, к сожалению, имба Цербер уничтожает всю мою армию. Дельты бьют по верфи. И таким вот хитрым образом противник переломил ситуацию. И, грубо говоря, воспитал Ван Дамма дельтами. Ну, типа, я не боюсь там признавать свои ошибки. Свое поражение. Да, тут, конечно, не ждал. Я сдаюсь. Ну, второй бой у нас был как бы реванш. С этим человеком у меня вечно какие-то словесные припалки. Не то, чтобы у меня, это у него. Начинает там выделываться, оскорблять. Ну, это из-за моей тактики. И теперь он мне обещал, что будет всегда меня рашить. Но что-то у него не получилось. Карта Грозовой фронт. Тот же самый игрок. Морская карта большая. Ну, тут, грубо говоря... должен быть морской жесткий бой. Ну, противник, видно, что все на все 3 года в игре. Опыта, видать, маловато. Чуть-чуть мозг не соображает, что на данной карте любой, ну, типа, если игрок более-менее нормальный или какой-то ветеран игры, как я, то я понятно пойму, что если будет раш, то я смогу подготовиться. Потому что я буду сюда разведывать и... Тем более я этого игрока знаю. Он сам говорил, что будет рашить. Типа я был готов к рашу. И ну, на самом деле я не думал, что весь бой он будет меня рашить и рашить. На самом деле это глупое решение так делать. Вот, кстати, тут я же начинаю строить торпедную платформу. Но как обычно. Нехватка электричества. Противник. Ну, у меня еще торпедка стоковая. Давайте начнем с этого. Противник успевает мне ее уничтожить. Начинает бомбить мне верфь, практически тоже убил. Я думал, уже все, опять Ван Дамм лоханулся, но нет. Появляется оса, появляется алик, начинаем воспитывать этих дельт. Неплохо получается, в принципе. И на этом моменте я уже понимаю, что типа... Все, верфь, алик есть, все. Я плюс-минус в равном развитии. И я могу сейчас как-то развиваться, обороняться. И атаковать. Вот, восстановил я вторую верфь. Улучшил уже до второго уровня. Сейчас будем клепать жестко аллигаторы. Я понимаю, что, типа,
разведка доложила, что противник и дальше вот то же самое делает, производит дельты, и выходить какие-то там викинги он не планирует пока что. Я, понятное дело, построил пушки, выхожу потихонечку в ягуары, и тут что мне понравилось, что узкий проход, можно как минимум поставить два аллигатора и на атаке всех юнитов уничтожать этот раш. Типа, в любом случае у противника ничего не получится. Одна пушка, а алики, возможно, в дальнейшем буду клепать для обороны гранатометчиков. Так же самое вот делаю аллигатор плюс барракуды, тут вот держу фронт. Ну, на самом деле, я думал, что противник и викинги клепает, потому что, ну, странно так играть, одни дельты. Непонятно, на что он надеялся. И вот пошла та же самая атака, о которой я говорил. Дельты как бы неплохо пробиваются, да, но мало дельт. Ну, что тут, ничего не смог сделать. Грубо говоря, их пушки перебили. На изи. Типа дельт пошел, так сказать, через одно место. Раш, точнее. И тут вот себе потихонечку барракуды наносят урон по торпедным платформам, аллигаторы заплывают, и мы начинаем выносить кабину последнему самураю. Он это понимает и просто-напросто сдается. Так что, ребята, вот такие два боя, один проигрышный, другой победа. Кому понравилось, ставь лайк, комментируй. С вами был Ван Дам, всем удачи, всем пока.